Для того, чтобы ввести к созданной модели какое-то техническое описание, либо просто какие-то примечания, которые необходимо для данной модели знать, вводим их в верхнем окошке параметра к данной модели. В нижней части можем из буфера, либо из файла ввести какое-то изображение, например, фотографию, либо зарисовку. Здесь принимаются различные форматы. Сохраняем изменения в параметрах данной модели. Подтверждаем изменения. При необходимости можем добавить информацию. Также подтвердить изменения. Затем выбираем принтер, на который будет выполняться распечатка документа. Это может быть как реальный принтер, так и виртуальный принтер, который установлен на вашем компьютере, например, DoPDF. Можно зайти в свойства здесь же и уточнить, что печать будет выполняться в формате листа принтера А4. Теперь выполняем печать. В данном случае мы разместились на одной странице, и все, что требуется в данный момент, просто выполнить печать. Но если вы хотите предварительно что-то здесь подкорректировать, двойной щелчок в лист, и мы переходим в режим Fast Report. Это программа, которая позволяет корректировать положение надписи и состав надписи. То есть можно двойным щелчком в нужную область что-то менять. То есть полностью работаем в этой программе. Например, допишем какую-то информацию и подтверждаем изменения. Видим, как оно здесь внесено. При необходимости какие-то ячейки можно удалять. То есть здесь идет работа в этой программе. Файл сохранить. Можно в какую-то папку это описание сохранить. И затем распечатывать. Ну, мы просто закрываем верхним крестиком и выполняем печать. Выбираем путь хранения файла в случае с принтером PDF. И либо в специальной программе, либо вот автоматически с помощью какого-то интернет-браузера открывается данный документ, и мы можем непосредственно выполнять печать, либо отправить документ в виде файла туда, где установлен непосредственно реальный принтер.